Да. Телефон в кармане включен. То есть поплавки, это, обратите внимание, это для чего? Для водного слалома у нас. То есть мы учим вокруг поплавков. Обходим буи, скажем так. Миша, да. Колесо левое или правое? Переднее левое. Вот, начальное обучение. Сзади всегда капитан, впереди матрос. Вот, ну и сзади тоже потяжелее.
небольшой водный слалом. Сейчас подходим к первой плотине за круги.
есть у них есть небольшой перелив по краям. То есть конструкция очень удобна. Видишь, уровень, ну, сантиметров 30, да, разница. Вот. Не нужен больше воды подъем, но не нужен меньше. То есть они это регулируют. Используем технику, можно весло из воды не доставать. Смотри, видишь, раз, движение, два. Раз, два. Очень древняя индейская или русская техника, мы не достаем из воды. Там, где нам не нужно. Также поворачиваем. Техника напоминает очень грибок в гондоле, да? То есть когда они одним веслом управляют лодкой. Вот я с одной стороны сейчас лодкой управляю. Да? Мы как бы обучаем, да, собственно говоря, владение. А вот потихоньку совсем надо идти. Не вынимать, скажем, если нам нужно тихонько очень подходить к месту охоты, рыбалки, то есть не шлепать им по воде. Ну, второе, ты поливаешь себе колени в таком грибке, да, то есть вот, получается, мы перебрасываем. Вот смотри слева, вот эта хата. То есть, ну, и попасть в нее сверху можно только используя строительную технику. То есть просто зверю это не под силу.
Вверх и вперед всегда. Смотри, вот эта хата еще одна слева, и на ней он лежит, видишь, под ним дерево завалили, вон, обгрызенное. Справа посмотри, видишь, изрыт весь берег. Это, ну, дичь входит. Лоси, кабан, косули. Ну, на водопой, вода чистая. Вот коровы здесь, сам понимаешь, не ходят. Далеко, и берег очень, ну, топкий. Вот. То есть, ну, если здесь в определенное время, когда находит постоять, вот это, в общем-то, всех увидишь. Серега называет плотина Гувера. Если послушаешь, ты услышишь справа, да, воду. Это перелив. Так, сейчас мы подойдем к плотине, чтобы масштабность сооружения.
смотри, какой перепад здесь. Насколько мощная пластина высокая. Сейчас я зайду с другой стороны. Это уже не бобры, это уже люди. Да. Собираем такие вещи. Перепад, наверное, полтора метра. Да. Сейчас вот мы там запаркуемся. Можно было походить и снимать. Здесь стало прям боком, что нам удобнее было. Видишь, как они вам перелив сделали? Держи, чтобы одна рука вообще была аккуратна. Бобриная работа. Без топора и пилы. Вид с обратной стороны с плотины, да? Да, 1.5 метра где-то тут перепад. Грандиозное сооружение. Да, это своими глазами надо увидеть, потому что это... Да, тут это надо увидеть, действительно. Тут никакие картинки впечатляют это, конечно. Причем как это без направляющей роли партии и так далее. Даже какую-то приплывшую доску они тут использовали. Да, они, в общем-то, и используют их отсюда, как сказать, не везде, не везде. Для чего-то они ее приспособили. Вот. Вот за дерево она вот стояла. Вот здесь. Вот так, насколько оно сильное зверье, что они такие вот.
сейчас тебе покажу. Бачишь, вот свежие копыта, вот они. Вот, видишь. Ну, то есть косу нашла или какую-то. Дальше там топка будет просто уже. Ну, дальше не пойдем сюда. Ну, сюда стоит доплыть, конечно, это уж один раз увидеть самому. Ну и вот дальше километр где-то идти, еще плотина. Вот. Здесь вы обычно переваливаетесь через, ну, это? Можно дальше, ну самое живописное это здесь, да. Вот. Не, ну если кто сплавом хочет дальше пойти. Да, 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 то есть ну вот так на день такое приключение, вот не спеша. Красивые места здесь просто как. Зверь ходит, вот так вечером прийти. Они вечером строят бобры. Вот, самки строят. Самцы занимаются логистикой, подвозом грузов. То есть тихонечко подходишь, не шумишь. В общем-то все это наблюдаешь вживую. То есть инспектируют они каждый вечер свое строительство, проверяют. То есть да, как. Нетронутая природа здесь. Сюда можно зайти только по воде. То есть пешком сюда подойти с берегов невозможно, поскольку все заболочено. То есть даже такие сапоги не помогут. Вот. Поэтому логистика только на лодках. Причем не на всяких лодках, я так понял, только каяк или байдарка. Байдарка, там, да? Бая, да, да, да. Вот это у них обводной канал, там дополнительные плотинки, если вот посмотреть, пройти, то можно увидеть еще плотины. Получается, они два уровня плотин делают? Ну, несколько, то есть они закрывают. Ну, смотрите, что я сюда подойду, посмотрю, как так. На эту сторону повезу. Река расходится, и ты увидишь. Вот, еще, да. Да, здесь тоже. Ну, вот оно. Объем работы впечатляет здесь. Так вот дорожка, вот смотри, видишь, плотине к плотине, они иногда по короткому пути ходят. Они тоже далеко не глупое животное. То есть это не я прокопал, это вот они. Вот травка, видишь? Вытоптана. Это бобрята. Осторожно здесь, осторожно. Сюда не ходить, здесь живот. Плотинка вон он перелищет. Вот такой. Тут на настоящий ГЭС. Да. Ну что, вход у них снизу в хатку. То есть зверь их не достанет. Разобрать это сверху, ну. Вот они точили, посмотри, вот. Под очень острый. Никера снято все. Иногда очень причудливо они выгрызают.
вечером приходишься, так тихонько становишься, они своими делами занимаются, инспектируют. На них можно посмотреть здесь? Да, да. Ну, я не знаю, какой-то режим съемки должен быть, в принципе, ночной. На обычную, наверное, бытовую такая камеру не снимешь, не видно будет просто. Вот, и с своих хаток выходят, по воде проверяют, строят.